Около 3500 нелегальных мигрантов из Африки и из Ближнего Востока спасли итальянские морские пограничники лишь за последние двое суток. Лодки, на которых беглецы отправились в опасное путешествие к европейским берегам, потерпели крушение. Многие спасенные были измождены. Они провели в море несколько дней без воды и пищи. А недалеко от итальянского острова Лампедуза береговая охрана обнаружила лодку с телами 18 человек. В воскресенье утром более 1000 спасенных в 6 разных операциях были доставлены в порт Реджо ди Калабрии на юге Италии. Еще одного человека нашли мертвым. Он погиб, предположительно, от удара железной трубой по голове. Италия просит помощи от ЕС, отмечая, что на ее плечи легло непосильное бремя растущего потока мигрантов. Только с начала года на Апеннины прибыли более 100 тысяч человек. Итальянские власти ежемесячно тратят около 9 миллионов евро на спасательные операции. Очень часто лодки мигрантов терпят крушение. Так, в пятницу одна из них затонула у побережья Ливии. Лишь пятеро ее пассажиров смогли спастись. Еще около 250 числятся пропавшими без вести.